Где архитектор, где прокуратура? Жителей улицы Аманжолова возмутило массовое уничтожение деревьев на территории перед домом. Они уверены, что под благовидным предлогом планируется грандиозная застройка. Ирина Выбищевич расскажет подробнее. Они хотят сначала здесь построить сквер, детскую площадку для этого будущего дома, а потом еще и дом станет. Ни у кого не будут спрашивать. Только непонятно, где архитектор, где прокуратура. Звуки работающих бензопил взбудоражили с раннего утра жителей дома на Аманжолова 12. В сквере шло активное уничтожение деревьев. Первый раз сюда нагрянули рабочие пару недель назад. Но когда люди поинтересовались, зачем, им ответили, что убирают сухостой. Если бы это кто-то из населения порезал бы дерево, хоть ветку, то бы сразу уже штраф и 80 тысяч, и что угодно. Посмотрите, какие стволы деревьев здесь уже отрезали, сложили. По-видимому, место расчищают для строительства какого-то дома. Потому что был случай, когда хотели здесь построить пятиэтажный дом, мы отстояли свои права, а теперь вот этот лесной наш, зеленые легкие наши, будут превращены не знаю во что, вон. Зеленое насаждение, которое ограждает наш дом от дороги, скоро исчезнет. Здесь, со слов рабочих, которые занимаются спилом деревьев, говорят, что акимат решил здесь построить сквер, который не поинтересовался у людей, нужен ли им здесь сквер или нет. Когда жители вызвали полицию, то рабочие ушли, но сегодня вновь появились и с еще большим рвением стали валить одно дерево за другим, выкорчевывая пни кленов и вязов, чтобы и следов не осталось. А сухостой стоят, им они не нужны, которые стоят плотно к дому. Вот здесь тоже было, я снимала до этого. Вот здесь тоже пень было, не вытащили и сравняли землю. Вот деревья посрезали, Вот деревья посрезали, нормальные деревья. Официальную информацию получить в акимате не удалось, но по предварительным сведениям осваивается территория перед успевшим скандально прославиться будущим домом на месте паркинга. Известно также, что в акимате разрешение на вырубку деревьев не брали. Ирина Выбищевич, Наталья Заяц, 5 канал.